сегодня меня пригласили на день поля агрофирмы СИЗЭФ, на котором представлена опытно-демонстрационная площадка, где выращиваются цветы и различные овощи. Расскажи, пожалуйста, что сегодня интересного вы здесь узнали, увидели немножко по программе? Понравилось очень много новинок от агрофирмы СИЗЭФ. Огурцы очень понравились, длинноплодные серии «Аллигаторы». Множество здесь цветов представлено. Томаты есть крупноплодные, есть биф-томаты, серии черри, средние, крупные. Все можно получить себе, пощупать, сфотографировать, написать сорта, которые... С агрофирмой СИДЭК мы уже давно работаем. Мы снимаем различные интересные ролики. Вот. Я выращиваю практически все овощные культуры, начиная от картофеля, томаты, перцы, баклажаны, огурцы, конечно же. В этом сезоне меня очень поразила серия огурцов-аллигаторов. Это такие длинноплодные огурцы, которые не перерастают, они не горчат, очень сочные, сладкие и вкусные. И давайте в заключение скажем что-нибудь, что организация праздника просто потрясающее, настроение замечательное. Впечатления суперские, очень все понравилось. Ежегодно мы сюда приезжаем, всегда все очень красочно, насыщенно. И желаю эфиру СИДЭК процветания и дальнейших творческих успехов. Спасибо. Спасибо, Суля. Все, возвращаемся. Блогер.